Сегодня праздник, Красная Горка, Пасха продолжается, Христос воскресе, дорогие. Мы находимся на территории храма Иоанна Богослова, город Барнаул, Алтайский край. Сегодня фестиваль в нашем городе проходит. Фестиваль «Красная Горка», на котором будут и мастер-классы, и выступления ребят из традиции школы искусств. Вот такие крашеные яйца большие на подставках у нас здесь организовали. Талантливые люди. Умеют. Это сама церковь. Это город Барнаул. Строится храм новый из дерева с круглого бруса Божьей Матери прибавление ума в честь иконы. Пошли, показывай нам свои. А где мама твоя, девочка? Ты с мамой пришла сюда? А где она? Любому они где-то есть. Покажи нам свою маму. Христос воскресе! Воистину воскресе! Вера! Для памяти! Еще на территории церкви, видите, есть площадка такая для детей. Из деревянных конструкций сделана. Ну ладно, сейчас начнется уже концерт. Всего доброго. До свидания.